и в Херстоуне там, слышал про Херстоун? Да, да, да. Тот Близовский тоже, блядь. Казалось бы, игра говно говном, блядь. Просто сделать нехуй, близы уже ниже упали. А там прибыль с этой хуйни просто баснословная, это нельзя сказать, блядь. Казалось бы, блядь, что там, слушай, какие-то карты там, типа, никакой особой графики нет, да, ну, да, картинки да. Просто, блядь. Там механика, механика, блядь, простейшая, на самом деле, в игре, короче, там тупо случай решает, выпало тебе карта, не выпало. То есть, блядь, даже геймплей делать надо, просто на шанс, типа, как казино, типа, блядь, просто кидаешь. И люди играют, блядь, с удовольствием, это охуенно популярно, все это стримят, блядь, все это на ютубе записывают, блядь. Я вообще этого не понимаю. И тоже какие-то там адовые, короче, они имеют с этих, блядь, что они паки эти продают с картами, тоже какие-то адовые прибыли, блядь. Да-да-да. Так. Ебать массы. Так, нам тебе надо опять куда-то ехать. Где машины? Выбираемся с кладбища. Я гордый Гордон Фриман. Доберитесь до салона New Dio. А ты читал, короче? Нет, что там делал? Это новая миссия? Да. Сейчас найдем машину, почитай. Садись. Женщина! Вон отсюда. Блин, чувак. А, дверь мешает. Fuck me. Смотри, какая машина. А! Она везет меня, Шурик! Догони ее! Пизда есть! Ты что тут проезжаешь, блядь? Да раз, блядь. Тоже получается. Ладно, поехали. Бесконечно можно продолжать. Тут такие насквозь и прилетают. А что нам надо сделать, интересно? Information. У меня есть список балласов. И нужна... И нужно его укоротить. Если шлепнуть их в правильном порядке, они ничего не просекут. Если нет суши весла, это большой Ти, крошка Ти, крошка F, Торренс. Ладно, давай время, деньги. Доберитесь до салона New Dio. Бей их. Да. Короче, по списку надо убивать баллов, блять. Ну окей. Не вопрос, это мы всегда за. Ой, ебать, так это... На нахуй! И куда ты сейчас? Меня фризануло, блядь. Надо вот это вот... Все, я его снял. Это было сложно, блядь. Он, сука, блядь, брыкался. Так и по морде он, на нахуй. Во. Надо на респектабельной тачке подъехать. А колесо помяли уже. Колеса разные. Ну ладно. Задние это не проблема. Главное, чтобы не передние. Хотя машина все равно заносит. Зато летит вообще огонь. Тут так полдня будем на этой пиликать точили. Ю! Отлично лучше, чувак. Отлично лучше. Куда ты летишь? Зачем? Там не сюда. Возвращаемся на дорогу. Женщина! Ты чё тут ходишь, дура? О! О! Так, мы на месте. Почти. Это в них квартал, что ли? Полоска. А какой-то вообще деревня чепенцев. Ух ты. Едь дальше. Вон не стоят.
Подъедь, подъедь, с другой стороны. С какой? А не, он внутри, по-моему. О, блядь. Начали его вали... шмалять. Вот уехал. Давай на них. Поехали, поехали. Вон они все там. Дергает прикольно. Ебать, дробашок. Ебать, жиробас. Это еще один. Живой, слушай. Все, поминусали. Не упустите крошку. Машина... крошку какого-то там. Надо крошку, крошку бить. Крошку ти. Крошку. Почему сбрасывается радио? Заебали. Ну, автобусы появились какие-то. Тихо, 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 тихо. Не проехать. А босс рух. Едет что ли? Да походу. Или нет вообще? А не, он там просто. Брать. Подъезжай, брать. Да-да-да-да-да-да-да-да, едет, 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 газуй. Едет. Ага, вон он уходит. Да, по газам. Батя. Так, приготовь, приготовься шмалять. Ты с ним сблизься хотя бы. А, они на двух тачках, кстати. Первого можешь сесть. Ты не стреляем вслед. Это когда подъедем. Это левый. Давай, я ускоряюсь. А кто из них? Это? Нет, следующие. Водил, снял. Не он. Не они. Поехали на следующем. А он съезжает на белой тачке, походу. Как... Все нормально. Сейчас, подожди. Че ты там? Контрольный, что ли? Ебать! Че ты хотел? Я поджечь хочу. Время идет поджечь, блядь. То время, ебаный стыд, ладно, все, поехали. А я хотел приколоться. Блин, а я не заметил, что это время. Ладно, поехали тогда. Нехуй, нехуй выебываться. Мне хотелось же чулики. Ладно, ревем к кухте. Минута 14. Добейтесь до фермы. Прикольно, подъезжай. Вентовские разборки, кстати. Я им колеса пробил, они такие хуяк. Я тоже дал по колесам, короче, а потом поводил. По грунтовке. Почему не показывают скорость, с которой я еду? Я было бы интересно.
знаю, может в этом показывать. От первого лица. А, ну-ка, кстати, да. Специально. Да. А мы, кстати, проебали. Чё? 15 секунд. Сейчас мы почти. Да вот, был. Нормально. Заливает так и свинцом. Такие вопли. Не, ебать их тут. Куда ты выскочил? Шальной, блядь. Бегает. Так, на машинах подъезжает. 2-3. А что нам надо? Добейтесь до мотеля. Слушай, надо валить. Колесо пробили, что ли? Время заканчивается. Да, бля, колесо. Нам колесо пробили. Сейчас ебанет. Колесо, дальше. Доедем, чувак. Доедем. Держи машину. Сейчас тебе собьет покрышку. Надо удержаться. Все, хорош. Вон он едет. Время отменилось, короче, надо машину угнать. Отлично. Может, нужно еще кто-то будет. Нет, Терренс, по-моему, последний. Убейте Терренса. А он на этой хуйне, глянь, ты помнишь, где по шакалам стрелять? Да. Ну, так. Уходим. Машина толкает где теперь. Пропаш. Вон, вижу, стоит один. Бать, там их как говна в этой, блядь, мотеле ебаном старом. Прикроешь мне? Зачисточка, да-да-да, давай. Так. Блять, тут с каждой щели могут выскочить. Вот они! Че ты встал? Лежал бы. Держи прострел, короче. Слева заходит. Или где он? Да, там где-то. А вон ты его с вами снял. Так, где-то тут. Давай за мной, чувак, не отрывайся от меня вместе. Давай. Так, пиди. Блять. Где он? Там, дальше, сзади. Прикольно. Снял? Я стою. Не вижу его. Там он. Куда я стрельнул. Ты видел? Ух ты! Назад! Ты чё? Вот же эти, блядь. Видел того чувака, да. Он там, там шароёбится. Брой меня, я их зачищаю. Надо, чтобы чувак слева не зашел. Так, минус 2 уже есть кто. Захожу, чувак стреляет. Аккуратнее, вон он. Так, нормально, ты стоишь на простреле, назад отойди. Ёпты, нос. Бля, что-то опасно.
минус. Где-то слева чувак нас обходит со всех сторон. Да, блядь, сдохни ты, не горилла, еб... Сзади, 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 смотри. Блядь, блядь, блядь! Ко мне иди, ко мне. Там есть место отсидеться. Я почищу. Вон, вон, вон. Бля, меня убили, я не знаю. Давай, у нас жизнь есть, аккуратнее только. Зря вышел в экшен, короче, аккуратнее. Господи, ебать их там еще, блядь. Да-да-да. Ты где? Убираюсь с улицы, короче. Бегу у тебя. Мне уже шмаляют, пидорас. Блять! Ты сняли? Да. Нет. Ребят, народ надо завалить, пиздец. Да-да-да. Я же не вижу. Где они, блядь? Ты умер, да? Все? Угу. Ну все, жизни кончились. Полуавтоматического дробаша нету. Вот в чем, блядь, загвоздочка. Впереди толпа какая-то вообще нездоровая. Меня завалят, блядь, ебать. В Вьетконге, блядь. Да-да, везде. Натыкано уродов. Они внизу, походу. Да-да-да, они побежали, по-моему. Снизу какой-то бежит. А, вон, вон он снизу обходит. Вон, через забор, через за забором, вон, видишь? Да-да-да. Господи, ебать у него позиция, блядь, я ебал. Одна голова высовывается. Сука, ты умрешь! Сегодня. Эй, главное в голову попадаю, ничего, короче. Да-да-да. Такие они тут. Опа. Подсек пацана одного. Бля, они еще что, оттуда будут стрелять сейчас? Возможно. Ну, там еще один остался. Да-да-да. Смотри аккуратней. Короче, там еще одна, блядь. Хуйня это, блядь. А, они за домом, походу, слушай. Или нет? Да. Вон они. В машине, что ли? Или за машиной? Попрятались. Второго не вижу. Я тоже. За машиной, похуй. Пизай, пидорас, я знаю, это там. Отстреливается. Откуда отстреливается? Да, из машины.
А ты коротко пибишки, до машины он до той он. И оттуда уже можно будет шмальнуть. О. А, он за машиной впереди, перед капотом. Вон он. Все хорош. Да, заебись, почистим. Да вообще. 20 косарей, нифига себе. Не хочешь еще раз? Ну давай, я не прошел. Так, а как? Никак. Ведь это последняя битва вообще пиздец, как хочешь. Да-да-да. Сам в тачку нормальную, кстати, угнать. Ездить на время. Сверхтяжелый, что ты хочешь? Вроде жилет, блядь, сюда. Да. Так, свободный. А хотя куда мы поехали? Надо миссию выбирать. Нам нужна машина для начала. Ну ладно, давай начнем миссию. Да. Да и сразу колбасится. Дела. Ничего дела. А как называлось, я что-то не помню. А, бей их, во. Точно. Поехали. Все. Понеслась. А вообще она у тебя гуляет по ночам? Нет. Подозрительно. Да вот тоже думаю. Запуск сессии. Все время сразу не будет идти, я думаю, сейчас машину скачу. Не, не идет. Нам нужно пиздатую тачку ее достать. Что за место вообще достать, блядь? Это по-вашему, блядь? Город нам. У меня. Ой, я нашел машину, она стоит какая-то. Такая пойдет? Всё. Район уже неблагополучен. Чёрт, гнал машину. Да, нужна скоростная какая-нибудь, это вряд ли будет скоростной. На автобусе. Такой fuck you, проехал. Чё ты мне fuck you говоришь? Пацаны не ожидали. Куда ты лезешь. О, блять, машина загорелась, ёб твою мать. Ё-моё. Жёстко мы её напихали. Эй, потухло, прикинь. А, да, не, колёса загорелись. Время пошло, чё? Блять. Давай, садись, да, поехали. Да давай в этой поедем. А минуту у нас, блядь. Блин. Надо сначала машину пускать. И мои просто взять из гаража. Ладно, поехали. Успеем. Ну, это мы особо не тупили, так что... Что, должны успеть. Сейчас мы этих увидим и все. А, ну да, они сейчас будут удирать.
на этом говне. Догонять. 24 22. Не, мы сейчас сразу поедем. Вот они начали, поехали. Да, ну машину сменить все равно не получается. Да они нет. Нет. Хотя она нас прикрутила, блядь. Ваня, вот они, Ваня. Шмаляй, шмаляй, чего? Под колесами. Все готово, блин. Ай, бляха, муха. Как она? Ну нормально, времени нет, так что. Как она? Сейчас она уедет, блядь. Давай, 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 давай. Скочегаривайся. Я бы один куда-то свернул уже. Давай, 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 в поле зрения, чтоб было. Машина огонь. Свернул. Вот сюда свернул. Ага. Нормально, нормально, догоняем, чувак. Где он? Вон он. Никого не убил. Просто бы ее взорвали. Не столько высадили. Да я, между прочим, никого не убил, там в машине даже. Да я тоже. Я стрелял, стрелял, но меня не привел, что кого-то убил. Так, минуту 37, нормально. Где ты риснулся, ёпта иметь, под колесами. Короче. И еще и заносит, блять, на еле едет нахуй. 2 км в час, блять, как будто там нахуй, я не знаю, блять, Формула 1, блять. Заносы, блять. Ошибка нормальная. Так, толпайте. Ебать, чувак, копейка колбасила. Пусть их не убивать, я не знаю. А сейчас она должна появиться, типа. Ой, подъехали. Умереть можно. Угу. Ты нормально ловил. Где еще? Еще где-то парочка. Машина нормальная, блин. Ебать. Благодаром. Типа что машина тормозит. Не убивай там последнего чувака. Нет. Че, ты хочешь машину и тормознуть? Такое месиво. Блять. Ты уехала, тварь. Она не уехала. Бля, ну на нормальных тачек все равно нету, блядь. Ёбаная деревня, блядь.
Да-да-да. Вон трактор там, есть. Там, кстати, какая-то ездит стояночка. А, вон, смотри, машина, по-моему, стоит какая-то красная, не? Ну вот, я бегу туда. Давай, подгоняй. Блядь, ну они дерьмо тоже, короче, все. Ну хотя бы какую-нибудь там пас... с красную. Сорта дерьма, блядь. Из всего дерьма выбей лучшее. Все. Пошли. Давай зачистим этих. Бейте крышку F. Где он? Где-то в доме, а вон. Там еще один за дом, слушай. Я его подавляю. Готово. Все. Все, 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 в машину, машину, машину. На самих пофиг. Где вот эта машина? Давай, давай, давай. Че сигналишь? Хоть меня завис. Хуй, ты вышел. Тебя выкинуло. Да, мне игра повисла, похоже. Блять. Короче, разъединило. Блин, ну ладно, да пройду. Не знаю, получится, нет. Я не буду. Ты можешь пока, не знаю, если хочешь дом купить. Чтобы я знал, как выйти, блядь. Миссия, ёпта. Тут же время вроде идет, да? Да. А ну пару минут подождать. Я так лаганул, что ж. Сканер десинхрон случился. Ты что-то успел туда, не? Да. Еще без проблем еще куча времени оставалось. Там, конечно, бой жесткий. Там, блядь, бомжи этих сидит. Терренса. Зачистка, блядь. Трущоб, нахуй. Этот как его, нахуй? Судья Дред, блядь. I'm the Lord. Нормально заехал. Зачищаем. Да, сюда сейчас на той вертушке. И с ракетки их не путь бы залететь. Там все под крышей. Ой, блядь, это случайное дело, блядь. Блядь, твою мать. Блядь, блядь, блядь. Тяжелый труд, блядь. Все, блядь. Где вы, уроды? Бас!
Вон, вижу. Сэр, катан ему насувал. С дробаша в них влетаю, чувак. С какого дробаша? С Минковского. Периодически подхиливаясь. Главное, чтобы не обошли, урода. Так, нам куда еду, блядь, до дома? Да, стрельба не глядя, это вообще огонь. Взял так и двоих вынес. А ты знаешь, что может типа прицел это, чтобы появлялся, не глядя? Не глядя, а это как? Ты, короче, подходишь к краю и зажимаешь клавишу, типа так выглядывает слегка, короче, появляется прицел, а потом нажимаешь выстрелить, короче. А, ну это ты типа стреляешь просто так. Не-не-не, ты вот встань к стене, короче, и угол, короче, тебе надо. И к углу в упор подойди, типа так, чтобы уже идти, и нажми туда, в ту сторону идти, он выгребет из угла, короче, появляется точка, короче. Ну, я знаю. Ну, вот, может, отвечи. Типа, если ты, короче, не это, хочешь прицелиться, не глядя, короче. Бля, опасно заходить сюда. Ты точно понял, о чем? Ну, типа того, не знаю. Не выглядывать, а именно, чтобы... Не полностью выглядывать, смотреть. Так. Куда ты убежал, гад? Он вижу морду вытаскивает, выглядывает. Есть. Почему нельзя посмотреть карту мира? Тут всякие петуханы ездят, блядь, понятно. Блять, это все так долго. Есть. Ты тоже выходишь в одиночную, да? Ну да. Так, все, зачистил этот этаж. Где-то внизу еще, что ли? Тебе назвался присоединиться к друзьям, короче. Загрузка пошла. Не удалось найти совместимую версию GTA, играть друзья. А че вообще ты нагрузилась? Ну что, почистил? Нет, еще немножко. Говнореза ящиком не могу убить. Чипи и зарядка. О. Так, последний что ли остался? Где? Все, я прошел. И сколько дадут? Сколько не дадут, все моя. 17. И мне, пожалуйста, приглашение в свою приватку. Не хочу уходить. Давай, сейчас. Да. Если хотите спрятать свои координаты от других игроков, позвоните Лестеру. Появилась новая хуйня какая-то. Не знаю, 200 тысяч я, наверное, не буду копить на квартиру, но еще более буду 150.
Сейчас можно посмотреть небольшое новоселье и все туда. Опа. У тебя не накопил 250? Не. Сколько у тебя счетов? Сейчас глянем. Деньги. $220. Плохо. Так, сейчас кину к тебе приглашение. На самом деле тебе осталось от пары миссий. Да. Ладно, ничего страшного. Кинул приглашение. Пойду кого-нибудь убью. Интересно, а тачку можно продать? Тачку себе отдать. Есть какая-нибудь купленная? Нет? Ну, КТ за 0 баксов одна. Типа бесплатно дает? Ну, по походу. Ладно, взять. Удобно, чести нет никакой. Ебать, тут бы прыжок совершил. Рекордный. Какой трамплинчик неплохой. Надо загнаться только, короче. Ну-ка, поехали. А ты зашел? Да. Ко мне. Опа! Прыжок выполнен. Осталось каскадерских прыжков 48. А, я выполнил прыжок. А, дед, я тебя не вижу. Я нажал. А, вон ты. Вижу. Нет, ты далеко. Я сейчас поеду за вертолетом лучше. За вертолетом ближе. Че сигналишь, дура? Срежу. Так, где-то тут. О! Самолеты, вертолеты, нормально. Боевые? Живем. Да, боевой вертолет стоит. Новая маска, синяя карнавальная. Лечу в город. Больное местечко. Что-то я не в город тихо налечу. Тебе-то хоть правильно лечу? Почти. Дамаг.
пилота, мне дали, не дали пилот. Ну, типа, что я пиздато летаю. Да хуя летом. Да. Ну, мусора согрелись. Этот ну, дом модный такой, пиздец вообще. Да? За 200 тысяч, которые, блядь, ништяшно. Че, подсобирай. Так ты нахуй, черненький. Ну не нам, не совсем на море. Вообще райончик заебись. Сейчас я лечу к тебе. Посмотрим, что за дом. В городе туман такой. Ну, все равно не хватает. Да где там? А он как раз. На менты, отстаньте от меня. Все, отстали. Снижаюсь. Вот тут с вертолетной площадкой дом, слушай. Какой-то. Ебать, ты садишься. Че, где какой дом? Вот он, черный справа от тебя. А, он же, кстати, с вертолетной площадкой, по-моему. Он, не он? Ну, сейчас взлечу, посмотрю. Вот okay. 200 тысяч. 10 тысяч, да, тут хата стоит. Ну, там разные квартиры еще. Не, он не с площадкой. С площадкой соседний дом. Три квартиры, короче. Одна вообще за 496. Ходит, помните, высший свет, забудьте. Этот апартамент называется. Банкрот, это денежный ТТМ. Короче, есть здесь, короче, один... За 200, короче, другой за 205, а другой за 500, блядь. Я в твоем доме окна повыбивал. Да? Они убивают? Нет. Ну такой след остается. Когда вертолетом проходишься по ним. Поеду к тому, посмотрю последний раз. Будешь ураган? Это разбил. Ля, он тут долго выдерживает, офигеть. Все, хорош. Внимание, вы становитесь психопатом. Теперь чего там? В общем, я стал психопатом, так и знай. Стал? Ну, не знаю. Может, был? Все возможно. Есть где-нибудь машина хорошая. Чё-то машин хороших нет. Нынче. А ты купи. Нет, ты, блядь. Ты чё, женщина? На тебя, мину. I should be doing period dramas, not this reality show shit. И что ты хочешь сказать? Я мину просрал. Это какая-то база огромная, прикольно. Да, сейчас подъеду, посмотрю тоже. Я вышка.
Она, я покупаю. Сейчас заценим твою халабуду. Иди ко мне сюда. Вот. Смотри, я тут вышку нашел. Уже почти. Секретный объект. Это вот это что ли, хата? Нет. Просто вышка. А где хата? Ой, со мной менты увязались. Че вам надо? Сможешь туда забраться, не? Куда, на вышку на это? И это Катя. Да, можно туда забраться, кстати. Тут есть лестница. Опа. Так, а выше никак, походу. А, не, вот он еще лестница, слушай. Я на вышке, чувак. Че, на самой высоте, что ли? Ну вот он. Ебать. Считай. А теперь спускаемся, смотри, как это делается. Ебличем. Карета подана. Ну, поехали в дом. В твой новый дом. Который ты купишь. Смотри, как надо, короче. Вставай, револьвер. Сейчас. У нас будет сафари сейчас. Готово. Даже не стреляй. Сейчас я подъеду. Вон, видишь, мужчина. Вон они бегут, короче, стреляй. Опа! Четко! Четко! Нет, мимо. Сафари. От первого лица. От первого? Нет, сейчас давай от первого. Давай от первого, кучи. Да че так от первого не удобно? Ты от первого, нет? Да. Ну че? Я ж не нацелился. Ладно, я с ней разберусь. А, глянь, женщина. Опа! Где женщина, женщина? А ты милиционер, что ли?